Тверские водители в эти выходные должны будут заранее продумать объезды нескольких центральных улиц Твери. Там будет ограничено движение, а также парковка в связи с крещенскими купаниями. Так, с 22 часов 18 января до 3 часов 19 января запрет проезда для всех видов транспорта вводится на участках по набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала, а также по улице Горького от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала.